Ой, это большая честь присутствовать на этом мероприятии. Очень большая честь познакомиться и с внуком, с сыном Сикорского, сын второй, как он пометил. Там где Высоцкий. Значит, да, давай сейчас время. Может быть, чуть не успею. Давай. Из штата Мэн. Он же любил этот штат. Ну, невозможно, вот где приходит. Я понимаю. Если бы это можно было, мы бы заехали. Так, Леша, выговор, да, я все понял. Все. Там болтаться мы, да. Устойчивость такая, да. Давайте. Ну, сейчас вот это. Тогда надо Виктор Михайлович сказать, потому что он свой мастер. Он, Богуслав, сам ведет это дело. Да, да. Сейчас я связывался по электрону. Так, нет, ну а Виктор Михайлович там компания. Подойдите к нам. Стреляй. Давай, вот так. Окей. Спасибо. Спросите. Ну, понятно. Это моя визитка. Это моя визитка. Один к вам, один мне. Ну, так быстро все. Да, да, конечно, конечно. Молодец. Все? Ну, кстати говоря, я по вертолетам работал с Маратом Николаевичем Тишиным. Спасибо, счастье. Сергей Викторовичем. Я возьму вашу опыт и прощать от холода. Так что какой-то мой, может быть, дальний однофамилец был заказчиком. Да. Игоря Сикорского. Но это может быть совместный проект, и российский, и американский, и китайский. Все, все, давай, качай. Все, спасибо большое. Это важно. Нет, это не важно. Спасибо. Я могу вас поднять из кресла. Давай. В душах наших, в развитии конструкции самолетов. Видишь, как люди... Прямо с вдохновением говорить. Это ты в Америке не встретил. Я даже, да, я даже немножко стыдно мне понять, что же вы только что сказали. Потому что в Америке нет этого, знаете, там демократия, все. Ты и я тут не имеют никакого. Нет, это правильно. Нет, нет, нет. Я держу, держу. Это значит второй сын. Да. Это доказывает, что я все еще жив. Так. Ой, это большая честь присутствовать на этом мероприятии. Очень большая честь познакомиться и с внуком, с сыном Сикорского, сын второй, как он пометил. Спасибо. Все, 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 выключайте, выключайте.